Всем привет! С вами Пенипрец. Вы можете помнить меня по такому челленджу, как перчис 40 рублей, который пришлось прежде время закончить. Но еще я иногда открываю кейсы на кейс батле. Собственно говоря, чем этим займемся? Сегодня закинул 4 сотки на баланс. 4 сотки на баланс с промокодом. Получилась такая сумма. Есть у меня, доступен у меня второй бесплатный кейс. Первый я там уже открывал, поэтому он недоступен. Доступен второй. 539. 25 рублей, короче, выпало, походу. Или 35. 35, скорее всего. 35, вот. Да, ну, ладно. Окей, согласна. Так, сегодня, знаете, я что хочу? Я сегодня хочу покрутить вот эти кейсы. Тут случайно наткнулся на ролик. И говорят, типа, такой какой-то... Какой-то такой-то сундучок. Сундучок, короче, такой дающий. И посмотрим, как это... Сказка? Охуеть. Нормально. Нормально. Сказка, вот это сказка. Я, блядь, второй раз еще не могла выпасть. Блядь, сейчас будет две сказки. Это было просто вообще сказка в квадрате. Параллакс. Ну, как бы такое себе, да? Такое себе. Экзоскелет. Так, а что у меня по скинам? А, ух ты, мы на 500 рублей уже навыбивали. Ого. Так, давай, знаешь, что мы сделаем? Вот эти три мы пока закинем в контрактик. Посмотрим, что может выпасть. На 242 рубля контракт. Посмотрим, что может выпасть. 230. Ну, не так... Ну, как бы нормально. В принципе, нормально, да? Так, давай посмотрим, что мы можем. Может, для апгрейдов что сможем? Можем, может, что для апгрейдов? То есть на три раза у меня еще есть тут открыть. Посмотрим, что еще может. Еще экзоскелет. Ну, короче, там человек, не помню, как ник, который открывал, он говорит, что прям тут экзоскелеты падают часто. Здесь падают прям часто экзоскелеты. Ну, вот это вот фиговина, да? Вот это фиговина. Так, мы это... Так, мы, соответственно... А давай-ка мы сейчас еще откроем один за 13 рублей кейсик. За 13 рублей. Посмотрим, что с него выпадет. Что с него выпадет. Брифинг. И залетим в апгрейды. И залетим в апгрейды. И посмотрим, что вообще здесь может нам выпасть. По 10, ну, 10%. Половим 10%. Посмотрим, что и как. А, Стартрек. Я надеюсь, с первого раза не зайдет. Я прям не хочу, чтобы зашло с первого раза что-то. Сука, я сейчас прям это, у меня сейчас яйца-то сжались. Я прям думал, сейчас залетит. Я-то прям подумал, что залетит. А вот это залетит, да? Ну ладно. Давай понаглеем тогда. 450 поставим. Остановилась с этой. Теперь вот с этой остановись. Остановись. Или... Вот, я даже... Баланс... А какой баланс-то у меня? У меня баланс там все, рубль. Давай. Так, все стоит. Ах ты ж. Ах ты ж, ах ты ж, ах ты ж, ах ты ж, да? Так, давай, может, тебя процентов на 30 хотя бы. А, ну, давай вот так вот попробуем. Вот эти три я заберу. А тебя мы попробуем, ну, хотя бы на вот эту штуку. Посмотрим, что да как. Посмотрим, что да как. А, ты что, не выбралась? В том же месте. Ну, ладно. Блять, либо продать и еще помутить, посмотреть. А чё, да? Может...
Можешь продать. Так, давай мы тогда ставим сказку. Продадим. Что мы можем продать? Тебя и тебя, да, мы можем продать. Давай, короче, все продадим. Давай все продадим. Хер с ним. Давай, вроде что-то это и посмотрим. Продадим и посмотрим. И посмотрим снова в этих, что он даст. Посмотрим, блядь, конечно. Я забил, короче. Сам свое слово. Нестер. Ну, блядь, перчи. Перчи-то прям пролетели. Сладенькие. Как бы он сливает, но сливает. Ну, не по жести, да, то есть прям, ну, вот полимер, конечно, ну, что, и то 60 рублей, да, то есть это как бы не херня какая-нибудь там шляпная, да. То есть это такие скинчики, которые сейчас можно, в принципе, по 10% половить, и неплохо-то выпадет, в принципе, даже, может выпасть-то там прям даже неплохо. То есть попытаться что-то по 10 рублей там половить. Ой, 10, ну да, 10% половить, посмотреть. Параллакс. Еще, оп. Что тут? Какао-буйство. 13, так. Ага. Так, стоп. Давай мы тогда 59 и откроем Амонга. Давай розового откроем. Посмотрим, сколько сейчас у нас бабла подняли. Горячечные грезы. 64, ну нормально. Нормально, 619 все равно есть, да? Апгрейды. Ух, ребята, ребята. Прям рискомань, да? Давай ставим. Ой, куда ты 8-то рисуешь? Надо 6 соток. Посмотрим хоть. Удастся хоть один. Так, извилины я не хочу, потому что она у меня есть. Вот безлюдный космос вроде прикольно выглядит. Ну давай, смотрим. Остановилась, короче, два раза вот здесь, я не знаю. Слушай, а вот должно сейчас через один, либо через два должна залететь она. Через один, либо через два должна залететь. А нет, не хочет, да? Хер с тобой, давай. Ну все, следующее это залетит. Залетит следующее. Не хочет. Так, 650, ладно, давай тогда мы ставочку повысим до 700 и попробуем тебя. Ах, чутка, совсем-совсем чутка. Ну давай. Вот, сука, он меня байтит-то, байтит как. Слив, да? Не, ну, кстати, кейсик вот тот прям прикольный. Прикольный кейсик. Прикольный кейсик, прикольный. Не хочет давать. 18.73. Давай и, короче, заканчиваем. Давай заканчиваем. Все, ребята. Нормально, да? То есть, о, тут у меня что-то еще есть. Ну, что, открыть Silver Elite и залететь в апгрейды. И сейчас зайдет 10% и вообще охереем, да? 29, давай, апгрейды на 3 сотки. Нет, тоже не заходит. Ну, не хочет давать. Ну, ладно. Все. В общем, если не хочет давать, значит, пора останавливаться. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Всем пока и до новых встреч.